Ребят, всем привет. Сегодня мы на редактуре. Сейчас будем редактироваться, короче, все нормально. Помнишь свои слова, Макс? Какие? Твои слова. Слова? Да. Это главное. А родню? Какая родня? Что это, пару слов. Ну так, я говорю, а ты продолжаешь мою фразу. Сегодня в Нижний Новгород мы... приехали пить чай. А завтра мы пойдем туда. Друзья, это были уроки стихотворения от Рахманова Шухрата. В принципе, прогнались, я думаю, готовы. Главное, чтобы наша курочка была жива. Знаете, кучка нужна. Кучка. Сейчас будет тебе кучка. Сейчас попали. Говорю, он будет обузнал. Сейчас я покажу улицу. Вот, такое ощущение, что я не уезжал из Коврова. Друзья, всем привет. Сегодня мы находимся в Нижнем Новгороде. И я веду свой блог «Шухрат плюс 1,5 миллиарда». Сегодня я вам расскажу, как правильно организовать и вести КВН. Итак, урок первый. Для начала нужно... Не слушай, даже никого слушать. 7 плюс 7. 14. А 14 плюс 2? 12. 12 плюс 1? 11. Запомни эту цифру. Хорошо. Внимание, вопрос. Сколько у тебя IQ? 120. С памятью это проблема. Первый урок. Давай. Ты говорил про первый урок. Всегда слушайте своего. Не слушайте его, ребят, вообще не вообще. Илюха, да, мы тебе говорим привет. Когда ты посмотришь это видео, ты пойми, что мы тебя очень любим. И наши подколы, это все не фигня. Ну реально. Ну, запорол ты и что такого? Чего ты снимаешь меня? Ребят, то чувство, когда Вадим ведет блог, но он не блогер. Ребят, подписывайтесь на мой канал в YouTube. Канал, да, канал я еще не придумал, но вы подписывайтесь все равно. Нет, я просто лягу и на ухо буду ему говорить. А ему будет сниться. Администраторы. Администраторы. Искланосы. Ребят, короче, всем здрасте еще раз. В общем, мы после редактуры немножко отдохнули часик, очень устали, не спали в прошлую ночь. Отдохнули, сейчас... туалет. Сейчас пойдем будить ребят, которые еще спят. Здравствуйте. Здравствуйте. Ты спишь? Нет. Что делал? Мы не спали, мы писали. Мы написали... Наши пальчики устали. Мы написали офигенный номер. Завтра будем рвать просто этим номером. Да, спасибо. Всем привет, с вами Анетт Кастомс. И, короче говоря, мы участвуем в Нижегородской лиге КВН с ребятками из Коврова. Хай-хай. Это Иван Галь, ей-ой. Пожалуйста, говорите. Сюр. Все нормально, ребят, выступили, вот только вышли, буквально минут 5-10, понравилось, зал очень теплый, серьезно, нас разве что в Коврове встречают лучшие, тут это в Нижнем второе место 100%. Ну, Владимир, наш любимый, не обижайся, полный зал, команды, 43 команды, если не ошибаюсь. Выступили классно, выдержали все паузы, зашли прям четко. Почему забыли? Ждем номинации или первое место, 100%. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы из разных. Привет. 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 Как вас зовут? Меня? Да. Маша. Мария, Мария. Да. Откуда у вас такие красивые глаза? Это линзы. Скажите, пожалуйста... Это вам... блиц-опрос или... Это не блиц-опрос. Это бомж-опрос. Вам нравятся мои глаза? У меня такие же, кстати, без линз. Да? Поэтому да. Ну-ка сними. Скажи, пожалуйста, ты познакомилась с нашим бомжом? Да, вот же я с ним пришла. А как его зовут? Максим. Себастьян. Это Себастьян, это Себастьян. Себастьян. Ну, тебе понравился Себастьян? Да, отличный, приятный, молодой бомж. Молодой бомж. Такие бывают. Вот, собственно. У нас в команде был раньше этот старый молодой человек. Мальчишка старый молодой. Макс, тебе себе. Да. Хочешь такие линзы? Я когда Димитрова пи***ц.
с Мэгом такие же. Мои шутки больше заходят. Я не спорю. Макс, чего снимаешь? Макс, твой брат. Это братан мой, да. Я выгляжу только помоложе. Ну не... Я баб нашел богатую, одел меня еще. Я тебе потом познакомлю, подруга есть. Есть. Титьки вот такие. Да, ребят, у вас с зубами проблемы? Чего так разговариваете? Молочные все. Я тут думал, что молоком попахивает. Ребят. На губах. Да, да. Тамада. Дурак, не тамада. Давай еще раз. Ребята, позвоните номеру, кому такие смешнявочки переводите. Да, да. Это Кавказ. Слева горы, справа горы, а вдали Кавказ. Тебе нравятся бананы? Коромысло. Что? Коромысло. В смысле? Коромысло. Добрый вечер. Сегодня мы хотим взять интервью у знаменитого бомжа. Я не хочу. Вологодской области. Бомж Себастьян. Бомж. Да. Два вопроса. Да. Первый можно задавать? Нет. А второй? Да. Вопросы закончились, бомж. Спасибо. Мы сегодня сорвали зал. Мы сегодня. Пушка мощная. Всем привет, меня зовут Сива Дяо. Я читаю рэп-дяо. У меня к нему всего один вопрос. Артур, скажи, пожалуйста, почему я забываю Сава? Ты чего, пора? А ударил. Сейчас я в нише, у меня флоу за нишем. Я сейчас скажу Артуру. Ара, ты клевый пацан? Да. Банан тебе. О, такой! На! Мы пока продвинулись не очень далеко, но единогласно определились с лучшим актером. Я прошу выйти сюда актера из команды «Селфи». Да. Максим Богданов, да, сразу деньги перейти, деньги перейти. Поздравляем вас, поздравляем. Наше поздравление, лучший актер определен. Максим, да. Погнали. Ты получил сейчас на фестивале в Нижнем Новгороде лучшего актера. Это твой лучший актер. Ты постоянно получаешь на каждой игре эту номинацию. На каждой игре, ну, кроме Сочи, у тебя в Сочи не было, потому что. Максим, скажи, пожалуйста, первое впечатление. Ну, блин, на самом деле, я еще пока не до конца догнал. Я не до конца в это поверил. Да, было предположение, то, что мог стать лучшим актером, но здесь ребята есть, которые реально формат телевидения, я формат Ютуба, мать его. В итоге, действительно, получил. Блин, круто, на самом деле. А правда ли, что я подходил к тебе и говорил, что ты 100% возьмешь это название? Да, поэтому я и не настолько впечатлен, потому что Вадим меня заранее морально подготовил. Если бы я это, он мне это на мозги не капал, я бы про это и не задумывался на самом деле. Давайте заглянем вместе с камеры, что мне подарили. Я просто там на самом деле не открывал, все прям интересно. Ее кружка. Картонку? Да, картонка, ребята. Для бомжа кружка. Опа! Ну это пацан. Опа-па. Раздель. Еще картонка. Ой! Я объявляю номинацию за три. И, собственно, в этой номинации побеждает команда «Селфи». Вадим, я хочу у вас взять интервью. Ваша команда взяла номинацию «Зажгли». Скажите, пожалуйста, каково это? Супер, понравилось. Мы не ожидали, что мы вообще возьмем еще одну номинацию. Я вам скажу по секрету, номинаций всего 5, а команд 43. Две номинации мы уже взяли. Блин, мы в шоке, как мы орали сейчас. Жесть. Первое, что я видел, это лицо Артура. Все прошло хорошо, мы не ожидали, что будет так. На самом деле, когда мы приехали, нас поставили в блок, мы думали, блин, нифига себе тут уровень команд. На самом деле, мы не ошибались, уровень команд реально сильный, но мы встали на свое заслуженное место, встали, куда мы должны были встать, все показали, отыграли нормально. Главное,
То есть конченые. Планы на будущее. Да, играть в этой лиге, и всех приглашаем, приходите, смотрите, будет еще интереснее, мы будем усиливаться, и финал, в любом случае мы в финале, и в любом случае мы будем бороться только за победу, а это на поездку в Сочи. В Сочи мы едем в любом случае, и бомж всем.